Приветствую всех читателей портала androidex.ru. Карнавал пинбол – это приятная реализация классического пинбола. Это развлечение в нынешнем виде появилось в начале 30-х годов прошлого века и стало безумно популярным в 50-х. С того момента пинбол практически не изменился, разве что распространился на все мыслимые игровые платформы. В приложении есть несколько столов, соединенных вместе специальными переходами. Шарик скатывается и отскакивает от флипов, задевает всевозможные переключатели и скользит по туннелям. Хотя довольно сложно предсказать его поведение. Физическая модель не идеальна. Все представленные в игре столы различны не только по оформлению, но и по распределению бонусов, так что у вас есть стимул перемещаться между ними. Управление, как и во всех играх подобного жанра, очень простое. Для старта раунда вам нужно хорошенько оттянуть пружину и запустить шарик в полет. Флипы реагируют на касание экрана слева и справа. В целом, игровой процесс довольно увлекателен. Разработчики Carnival Pinball не стали нагружать свое приложение тяжелой графикой, поэтому игра будет работать на любом Android-устройстве.